выезжаем на Пугачевский тракт и направо опять на Бакинскую. Кольцо Бакинской, сквер имени Куйбышева. Да, у нас центральное место Куйбышевского района. Все. После небольшого дождя у нас начинаются вот такие большие проблемы. Вот так вот. Говорят, что ливневка стоит больше, чем весь бюджет Куйбышевского района на год. Где бы нам найти плюс один бюджет? Везет у кого сапоги.